встал тут, приарменился к моей машине. Чё ты там вякнул? Ты чё-то вякнул? Эй, мужик, ты чё-то хочешь? Ты чё-то... О-о-о! На... Ох ты, ни хрена себе, в почку мне! Пум! Просто пум! С ударчика так! Чпуньк! Я буду сниматься где угодно, даже в порно. Хочешь увидеть мою мохнатку? Что? Что, блин? Ты сумасшедший такой предлагать, а? Или нет? Ты как? О! Ты видал? Тачку! Тачку! Моя машина! Моя машина! Хрен ты на нее, да? Говно, это не жалко. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы продолжаем проходить с вами GTA 5. Итак, переходим к Майклу. И у Майкла у нас сегодня такие вот задачи. Это у нас получается съездим, купим бизнес, посмотрим какой-нибудь и, наверное, сгоняем в кинцо. Я чувствую себя ужасно. Конечно. Конечно. Так, и сходим в кино. Раз уж у нас еще в реальной жизни кинотеатры не открыли, мы сходим в кинотеатр здесь. В GTA. Так. Майкл, двери не учили закрывать? Ну-ка. О, отлично, молодец. Красавчик. Окей. 531 тысяча у нас. 531 с половиной, даже почти тысяч. И давай взглянем. Здесь, короче, можно какой-то... Гараж, что ли? А, нет, это текила-лала. Так, текила-лала. Ну-ка, посмотрим, давай. 750 тысяч. Чуть-чуть не хватает. А это у нас как-то гараж в Вайнвуде. Окей, так. Вертолетная площадка в Испуччи. Пристань Пуэрто-де-Соль какая-то. Так, вот это что такое у нас? 275. Свалка машин. Вот. Кстати, свалка машин, можно заглянуть, съездить. Потому что больше я ничего не вижу. Вот здесь вот есть еще что-то. Ни хрена себе. Кинотеатр. 20 лямов. 20 лямов кинотеатр стоит. Охренеть. Так, что еще вот здесь? Здесь вот у нас что-то есть. 600 чуть-чуть не хватает. Вроде бы как бы да, денег много, да, а вот не хватает все равно. Ангар, понятно. Вот, The Hen House, 80 косарей. В принципе, тоже недорого. Вот либо вот это, либо вот это. Либо это, либо это. Не знаю, давай съездим в свалку машин, посмотрим. Да, на свалочку машин сгоняем. Посмотрим здесь. Посмотрим. Может, будем заведовать, короче, свалкой машин. Почему бы и нет? Тоже неплохой бизнес, в принципе, да? Свалка машин. Если что, можно там, знаешь, кого-нибудь... убирать кого-нибудь, да? Перейдет дорогу, ты херак на свалку машин привез, короче, утрамбовал-то в машине, или как там это называется, как это делается, под пресс пустил. Знаешь, как эти, в гангстерских фильмах. Так. Здесь повороть. Машина запылилась. Можно было бы на моечку съездить, помыть. Оу! А теперь здесь и автомастерская нужна. Ладно. Ничего. Так, у меня еще тут сообщение какое-то. Обновление ассортимента, понятно. В некоторых письмах бывают ссылочки. Сейчас в наше время очень опасно переходить по ссылочкам, которые находятся в сообщениях.
Чем-то я там подлетел, короче. Опа. Стоило только, опа, отвернуться. Я уже в разнос пошел здесь по этой, по трассе. Так, ладно, здесь сейчас объедем так. Так, окей, мы прибыли на место. Ну вот и, собственно, это заведение, да? Как бы это можно так назвать? Так, свалка машин, стоимость 275, сори, еженедельный доход, 150 баксов за каждую уничтоженную машину. Нажмите Е, чтобы подтвердить покупку. Да. Окей, вы купили свалку машин, здесь старые автомобили разбираются на части. Еженедельная прибыль будет зависеть от того, сколько автомобилей уничтожено в Сан-Андреасе. Типа мне надо будет сюда привозить тачки и уничтожать. Время от времени менеджер будет связываться с вами, чтобы вы помогли уладить дела. Окей. Ну, окей, свалка машин приобретена. Не знаю, насколько это прибыльно. Я думаю, какой-нибудь, знаешь, клубец там или магаз было бы прибыльней. Давай посмотрим наши просторы. Опа, что-то пришло сообщение. Добро пожаловать на свалку. Мистер Де Санто, меня зовут Уэсли, я руковожу работой на свалке. Честно скажу, что вы выбрали самый подходящий момент, чтобы войти в этот бизнес. Экономика и автопром сейчас в жопе, так что переработка утилия — это золотая жила. Если мы сможем немного укоротить местных бандюков, которые постоянно нас нагревают, то сколотим огромное состояние. Ну да ладно, сейчас не время говорить о проблемах. Будем заниматься ими по мере поступления. С наилучшими пожеланиями, Уэсли. Так, а здесь какая-то бандюганы какие-то позарятся на нашу свалку, короче. Типа крыша, наверное, типа крышуют, знаешь, да? Хотят крышевать. Давай посмотрим наши апартаменты. Ну, в принципе, ничего такого, да? Свалка как свалка. Свалка как свалка. Как бы, да? Ничего такого. А в домик теперь я могу зайти? В домик там. Проверить сторожку, чем занимаются наши там люди. Тут раз вот эта штука работает, да, значит, люди тоже работают, какие-то должны работать. Короче, никуда я не могу зайти, но это все равно мое. Это все мое. Так, ладно. Окей, поехали. Поехали в кино. Ну, Майкл, конечно, не любит закрывать двери, я смотрю. Так, давай-ка взглянем, куда можно заехать в кино. Так, где тут она? Вон я теннис вижу, кстати. Теннис здесь есть. Тир. Так, а кинотеатра у нас только две штуки. Тут и там. Окей. Ну, давай поехали сюда. Как раз, знаешь, темнеет. В принципе, видишь, у нас как закат. И это. На вечерний сеанс сходим. Ну, на вечерний сеанс сгоняем. В
Странно, даже тут что-то не попадаются, короче, случайные какие-то встречи. Нехило так разогнался по этой дороге. На этой колымаге. Воу-воу. У нее что, рулевое что ли у машины просрало? Что-то даже нормально как-то управляется. Ой, и текстуры у меня тут пропали, как всегда. Так. Чё-то как-то тихо в городе, нет? Не кажется? Мне что-то кажется, какое-то затишье. Нормально. Так, пицца. На, ух ты, аллея звезд, ни хрена себе. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Аллея звезд. Начинается прям, смотри, откуда. А там написано имена звезд, нет? На, что-то написано, но я не вижу. Что-то написано, но не видно. На каком языке они там разговаривают? А могу я стекло разбить? Нет. Вина, они такие пугливые, а? Так, подвинься. Это добивает. Excuse me. Встал тут, приарменился к моей машине. Чё ты там вякнул? Ты чё-то вякнул? Эй, мужик, ты чё-то хочешь? Ну-ка. Ты что? О-о-о! Ух ты, ни хрена себе, в почку мне! Пум! Просто пум! С ударчика так! Чпуньк! И вырубил. Аж кепку потерял. Ой, еще и ногу ему по ноге еще проехал. Так. Смотри, куда побежала. Куда побежала? Ух ты, гелик. Так, а где кинотеатр? О, смотри. Кому-то можно подойти. В мое время все было совсем по-другому. Ты помнишь войну на бирже? Поговорить. Привет, как дела? Ужасно, дорогой, просто ужасно. Но шоу должно продолжаться. У тебя знакомое лицо. Когда-то я была звездой, звездой дорогой. А, Нельсон в Неаполе. Я была посудомойкой леди Гамильтон. Видишь, подплывают корабли, но эти стены защитят нас. О, мэм, что же мне делать? Я не говорю по-французски. Будь благородный, порядочный и верный. За Англию, ха! О, теперь не снимают так, как раньше, дорогой. Не снимают. Грустно видеть, что ты выпала в такую нужду. Нужду? Да, ну, попрошайничаешь на улицах. Ну, у меня трое лакеев, и я здесь только для того, чтобы меня заметили. Я не ушла со сцены. Я буду сниматься где угодно, даже в порно. Хочешь увидеть мою мохнатку? Ох, нет. Я ее только что подправила. Всего хорошего. Что? Что, блин? Ты сумасшедший такой предлагать, а? Или нет? Ты как? Мохнатку. О! Ты видал тачку? Тачку! Моя машина! Моя машина!
Твою мать! У меня машину сперли! Ты видел? Машину сперли мою! Мою машину сперли, вы видели? Опа! Ну, чуть еще ногу не раздавили. Мне это... Машину мою сперли! Ой, сори. Хрена она улетела просто. Я не думал, что она такая сальтуха сделает. Ладно, идем в кино. Блин, у нас машину сперли. Чего? Нравится машина? У меня ее нет, у меня только что ее сперли. Так. Мы до кинотеатра даже не доехали. Десять лямов, блин, стой. Ты ко мне идешь? Нет, чувак? Нифига у него голос. Оп, вывалилась деньжа. Деньжа вывалилась. Так, ладно, где кино? Это тату-салон? Блин, а мне надо спрятаться, короче. Типа, да? Блин, менты тут как тут. Стоит только дать леща кому-нибудь. И менты тут как тут. Все, все, нет меня. Не найдете. Я в домике. Я в домике. Давай пропадай, чё так долго-то? Всю сирены провали, мигалки исчезли. А звезда все. О! Хорошо. У меня машина с Фаридом катается по кругу. Все. Какой-то китайский дракон. В смысле? А как я могу посмотреть? Мне надо билет купить? А, кинотеатр закрыт. Расписание сеансов с 10 утра до 12 дня. Утренние сеансы с 1 дня до 5 вечера. Дневные сеансы с 6 до 10 вечерние. Ух ты, блин! Сейчас 12, да? Ну пипец, ну пипец. А попить я могу? Купить. О, газировочку могу купить. Кола. Игровые сервера не смогли обработать транзакцию. Пожалуйста, повторить попытку позже. В смысле? Это что такое значит? Так, где моя машина? Поехали, короче, мою тачку. О! Санта сел. В смысле? Уберите этого сотрудника от меня. Он превышает свои полномочия. Я его даже не трог. Ты видал? Отвалил. Нормально, он сам нарвался. Он сам нарвался. Тебе тоже надо. Он сам нарвался. Уроды. Видал, да? Они сами нарвались, а меня за это посадят. Блин. Да, короче, неудачная попытка у нас попасть в кинотеатр. Ой. Так, где моя машина? Блин, а моя машина исчезла. Я думал, сейчас на этой штуке я догоню ее и все. Конечно, винты тут как тут, вон полицейский участок здесь рядом. Ой, все стреляют. Нифига, прям просто, короче, сверху на тачку. Упал.
Поедем на этим. Блин, пипец. Я так хотел кино посмотреть. Почему ночью-то не работает? Должны же быть какие-то ночные сеансы. Как бы так, как бы в любом случае должны быть ночные сеансы. Опа, кто-то там. Погоди. Этот гады меня ограбили. Все. 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 Вот так вот надо. Просто. Хлоп. Видал просто. Снайпер. Снайпер, мать его. Ночной супергерой, короче. Секундочку, тут какой-то парень, что там? Кажется, это ваше. Невероятно, чувак, оставь себе немного за труды. Блин, спасибо, чувак. Так, магазин. Магазин с одеждой хоть круглосуточный? Блин, а магазин с одеждой круглосуточный? Рубашки. Это не рубашка, это футболка. Что там вякнуло? Ух ты. Какая. Ля какая. Так, а куртки? Нет? Не могу купить куртку? Вот куртки. Одна только куртка, блин. Рубашки. Что неинтересно. А есть какие-нибудь топы? Типа готовые уже. Ля какая. Так, жилетки. Такое мы уже носили. Шорты. А топов нету, что ли? Готового-то. И верха, и низа. Без рукавки и шорты. Толстовки. Вот толстовочку может какую-нибудь взять, смотри. Оп. Такую салатенькую, да? Да? Это нет. А, нет, такую салатенькую, да? Давай. Нормуль. Джинсики есть? Куртки. Есть джинсы-то? О, джинсы. Хлоп. Хлоп. Ну вот такие пойдут. Хлоп. А боты? Есть ботинки? В каком углу у вас ботинки? Спасибо, я сам нашел. А чё я в костюме? В смысле, а почему я в костюме? Вот такие пускай будут белые кеды. В смысле, а чё я в костюме? Ну ладно. Костюм идет в подарок, что ли? Хорошо, спасибо. Спасибо. И удачи. Удачи. В белых тапочках. Все, ладно. Спасибо. Так, а дом-то у меня далеко, если поспать-то ездить. Давайте посгоняем, поспим. Блин. Блин, а машина-то исчезла моя. Хотя, блин, хрен ты на нее, да? Говно это не жалко. Хорош там орать.
What the fuck? Просто. Отлично, припарковался. Anyone come back? Кто-нибудь есть дома? Да нет здесь никого. Я ж все бросили. Забыл? И скорее долбануть. В смысле, кто топал? Ты слышал, кто-то топал? Мы кто-то дома есть? Кто-то ходит, слышишь? Слышишь, кто-то ходит? Так, Кто ходит у меня дома, мне? Что вам нужно у меня дома, мне? Ладно, раз. А, в смысле? Телек тоже забрали? Или это... Покурить, встать, включить телевизор. Ну, давай хоть телек посмотрим, что там по телеку-то идет. Вот почему у меня есть вот это. Когда битва в разгаре, каждый воин знает, что нужно сражаться за себя. А это тема для наклейки. Твой последний фильм настоящий отстой. Аниме уже пережило ваши баянные стереотипы. Одежда из ремней. Герои эмо. Изнасилование щупальцами. Все это избитые клише. А вот в празднике изнасиловали Кварк Зум, автор разрушает клише. Сначала используя их, а затем неспровергая, на что они кажутся самой реальностью. Но правда, это произведение создал гений. А твое шоу работа ремесленника. Ну, несерьезно, откуда такое берутся? Твою мать, ты собираешься что-нибудь покупать? Кстати, ты Траха видел? Он мой новый крутой помощник. Трах Бичланг! Ты вышел в тираж. Будущее аниме за блестящей киской васаби. Она крутая. Стой, кто это? Это блестящая киска васаби. Привет, ботан. Много лет назад я ее тренировал. Она была моей ученицей, но перешла на сторону зла. Я хоть и слепой, но знал, что эта сучка злая. Я это чувствовал. У нее задней дырки несло серой. Она была сексуальной, но при этом хорошей. Практически мечта любого ботана. А почему она злая? Потому что выбила себе большой. Я говорю, что она совсем какая моя последняя в жопу. Что, блин? Жесть. Трах, идем ты со мной. Трах, диверсия. Трах, диверсия. Итак, что будем делать? Кстати, как я выгляжу? Трах, трах. Оу, трах, трах, котиску. Это как пасти. Че, блин? Нет, короче, надо переключить. Слушай сюда, я не стану, повторяю, не стану служить женщинами и с открытыми гомосексуалистами. О, я обожаю торговые центры. Можно взглянуть в примерочные кабинки. И опа, прямо как пип-шоу. Я не собираюсь раздавать пидорские буклеты. Мне нужна реальная месилова. Ну, в смысле, вся планета в огне. Дети плачут и все такое. Кстати, вот ваши новые боевые товарищи. В рамках обновленной политики терпимости. Рядовой Люк. Здесь, сэр. И первый сержант Ванесса. Командор. Девка. Девки дерутся, что твои кишки. Что за дичь? Обратная наездница взрыв спагетти искры. Что показывают-то по ночам? Смайлик, чизкейк, ругательство, шокер. Охренеть. Ладно, друзья, на этом будем заканчивать. Вот такая у нас, короче, серия сегодня получилась. Ну, в принципе, не знаю, ни о чем просто. Ну, а, нет, бизнес купили, свалку купили. Вот. Ну, а кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. С вами был Валерий, и увидимся уже в следующих видео. Всем пока.